Привет, вы на канале Анжелис. Мы будем сегодня делать обзор на электронный гаджет, который я заказал в Китае за доллар. Ну, больше доллара. Он шел в такой упаковке. Давайте вскроем. Продавец его так положил, даже защиты нет. Простой пакет. Берем. Такой. И он у нас сразу работает. Так и должно было быть. Тот датчик. Скорее давай. Провод длинный. Здесь измеряем. Сколько метров? Есть метр с собой. Ну, около метра. 95 сантиметров. Сейчас показать 24. Попробуем открыть. Вот батарейки. Обычные. Ставим сюда. Не ставим. Вот все. И берем датчик и нагреваем рукой. Вот увеличивается. Наконец-то он начал подниматься, долго поднимается. Так, хороший. Меряет правильно. Он довольно непроницаемый. Вот так я его поставил в туалет, конечно. Но пойдет. Повел на улицу, пойдет. И вот тут он выходит. И висит. Love you.